Полотенчик. Полотенчик. Полотенчик есть. Ага. Есть полотенчик. Так, у нас во второй раз. Расскажите, что у нас изменилось, что не изменилось. Ну, у нас что изменилось? На месте заводник выставили, да? И вот правая рука у меня поднимается сейчас. Как бы нормально, обоя не поднимается. Единственное только, что вот этот как бы грудной отдел, вот это шейные вот эти мышцы, как бы я не этот, ну, туговатые. Я вас очень хорошо помню, мышцы у вас очень мощные, они прям такие, ух. Мы тогда пробивали аж на это на полную катушку. Ванну соли принимали? Нет, ванну соли не принимал. Но я натирался солью и соды. Натирался, вот размешивал и 15 минут стоял. Это, ну, это когда нет ванны, это очень хорошие моменты, но ванна бы, конечно... Но ванны нет. Ладно. Ну так вы довольно все проще, легче стало, да? Да, конечно, легче, да. Ну вот сейчас как бы этот, ну надо утвердить это все. И... Утвердим, печать, да, поставим сверху. Хорошо, хорошо. И этот, ну, надо кое-какие, ну, вопросы порешать, то что я тут раз не спросил, почему нельзя мне этот, левую ногу дергать. А я не дергал ее? Нет, вы сказали, что нельзя ее делать. Потом вопрос еще такой, что вы сказали, жесткие мышцы. Это от чего они, почему? Я как бы этот... Ну, видите, вы человек духовный, там тоже разные энергии работают у нас в людях. Бывает от спорта, бывает от психики, бывает реально, вот это своего рода защита, броня. И по рукам, вот, какую-то руку мне сказали, что же делать нельзя. И я, честно говоря, не помню почему, сейчас посмотрим, и, возможно, я дам ответ на ваш вопрос, на вопросы. Ну, я почему не дергали, не могу помнить этого. Хорошо, хорошо. Так, шнурочек развязывайте. Развязываю шнурочек. Ага. Вы в прошлый раз тоже вас снимали, да, на видео? Нет, это снимала только дочь моя снимала. Но она как бы нет, ну, мне нужна проработка, понимаешь? Мне нужно так, чтобы вот, когда ты пробиваешь, чтобы я это все видел. Вы видели, что там уже все четко снимали. Да, да, да. Вот, а она сидела здесь и как бы, ну, снимала меня только и все. А мне нужно, как после всего, допустим, вот там, ну, неделька проходит, я включаю видео и смотрю, как бы сопоставляю все это дело, как прочувствовать должен еще раз. То есть вы, получается, хотите, чтобы видео вышло поскорее, то, что мы сейчас снимем? Да, да, да. А, ну я чтоб знал, потому что у нас, что мы снимаем видео, они обычно выходят через 200 лет, и тогда мы снимаем целиком без этого. Хорошо, выйдет в ближайшее все время очень быстро. Все. Как подпишем видео? Да я не знаю, собственно говоря. У нас мало таких духовных людей, как вы, а люди у нас... Да я не знаю, ну как сделаете, так и сделайте, это на ваше усмотрение уже. Нет. Вы этого Трехлебова слышали? Трехлебова нет. Не слышали? Но он там тоже много практик всяких этих вещей. Он в Мизмае, поселок Мизмай, он там раньше жил. Слышали поселок Мизмай? Ну да, да, да. Вот это очень много людей, которые практики, духовные, йоги, они там собираются, там место силы. Хорошее место. Вот. Ну что, прошу вас, ложитесь. Вы помните, что будет больно страшно, будем делать паузу, перерыв. Вдох-выдох. Нет, не носиком, а ртом. Еще. Все, все. Так что сейчас беспокоит именно? А то у нас тут... Вот эти мышцы. А, блин, ну мышцы, они будут возвращаться потом. Просто мышцы у вас уже стали намного мягче. Вы заметили, да, этот момент? Ну, да. У нас сколько месяцев прошло времени после того? Ну, этот, я был в марте 12-го. Это, считай, 2 месяца. Вот. Ну, запомнил человека очень хорошо, потому что мышцы, они прям ух. Ну и человек духовный у нас как бы... У него вот, все ровно, все чудно, очень хорошо выставляется. Но ему делать очень жестко, потому что обычный вакуум, он не решил бы вопрос. Мы чередовали чуть-чуть ударный и вакуумный метод. Ну что, глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Дальше. Не легче. Еще. Ни одного хруста не было. Очень жестко все. Нам он и не нужен, мы не хруста ищем. Мы сейчас делаем, подготавливаем, нам надо добраться уже до удара, и тогда все будет у нас чудно.
плоскостопие мы не можем решать эти вопросы. И даже стельки, когда человек носит, это под вопросом, решается оно или нет. Поэтому мы людей просим, чтобы было мягкое, чтобы пружинило. Ну, вопрос не решить, а чтобы человек не чувствовал эти вещи. Вы сегодня один без дочери, да? Один. А, понял. Вдох, выдох. Еще. Вдох и выдох. Еще. А я недавно познакомился с человеком на днях. Камни, сила камней у него, он в этом понимает, но в других вещах еще больше. Вы, наверное, все уже знаете волшебников и магов. Сейчас да я... нет, до всех далеко, так что... Как... Сейчас я даже скажу, как его зовут. Я с ним общался, вот мы в этом... Телеграме. Сейчас, может... Владимир Кононов. Ну, это почти одна фамилия. Сегодня Кононенко, он Кононов. Вот он. Нет, не это. Нет. Вот. Мудрый человек очень. Вот так вот. Так. Рыба тут не сильно пахнет? Да, нет. А то нам рыбу мы сортируем. Вдох, выдох. Вот, чуть-чуть пошло. Не сжиматься, легче, легче, еще. 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 Да, в баню ходить было бы чудесно, в баню. У меня сауна есть. Ну, сауна это чудо, но немножко, чуть-чуть, это разные вещи. С веником бы хорошо. С веником, она у меня как бы... А что, можно в сауне с веником? Ну, да. Ну, она у меня как... У вас влажная или... Сухая, да, сухая баня. Ага, расслабьте. Вдох, выдох. Еще. Надо же, не знал, что там с веником можно. Вы знали, Элизабет? Не знала. Вот. У вас вообще поменялось все очень классно, прям просто совсем по-другому. Если мы тогда бы снимали для себя, оно, мышцы были аж, вот просто они такие были. Как... Ты знаешь, вот какая-то легкость появляется до того, до слабости легкость. Вот когда нагрузки я даю, допустим, ну там, на ноги, и вот получается такая вот вроде как слабость, что вот мне хочется еще больше, 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 ну, распирает меня. Слабость – это расслабление, это тоже очень чудно. У нас сегодня какое число? 14 мая. Угу. Ну, выпустим сегодня выпуск, чтобы был у вас, раз вы ходите, будете смотреть. Вот. Первый раз было бы, конечно, интереснее увидеть, что тут было. Ну да. Все, поехали. Перерыв сделаем, когда скажете. То есть позвонки мы здесь можем развинуть, может быть, 5%, не больше, потому что оно все вот каменное. Вы не против, если вас потрогают? Не против. Подойдите, посмотрите, чтобы вы понимали, жесткие. А. Вот эти позвонки, которые вышли, они могут как-то влиять на пищеварение, на все это? Ну, конечно, вы же очень мудрый человек, вы же все эти вещи знаете. Нам вот это жесткое позвонков. То, что... Ну, я вот заметил, что они как бы ушли немножко. Не, они-то уходят, просто я люблю, чтобы это было все идеально. Ну, да. Вот. Обычно позвонки все выставляем в ряд, а здесь они многие, вот, как вот говорил Юрий Репин, они слипшиеся позвонки, и некоторые можно разорвать, а некоторые нет. Понятно, да? Пусть будет, мы уже не доберемся до него. У него тут ровно, это видишь, еще что у нас есть некоторые искривления, но это мы никуда не уберем, да даже близко. Когда такие случаи есть, мы можем лишь выше-ниже позвонки двигать, если дается возможность. Вот. То есть то, что мы не можем убирать,
то мы не убираем, но мы раздвигаем. Но оно не убьется по-любому, да? Вот да. Почему? Потому что я пытаюсь его в этот, ну, как бы... Так вы помните, что было у нас первый раз? Да. Вообще спина сейчас изменилась. Да, она очень изменилась. Терпимо? Да. Что вы там принесли нам опять? А там яички, помидоры, огурцы и самогон. А вы самогон купите? Вообще сейчас нет. А нам принесли, да? Нет, ну, мало ли, я же в гости пришел. Благодарю, ну, вам сколько. Это, Элизабет, покажи еще стол, вот тут у нас всякие подарки. Да. Куда нас только одевать? Я говорю, сейчас пойдем, все, это пить, пробовать. Просто придерживаюсь старых традиций, поэтому, как мне бабушка говорила, в гости идешь, ну, нужно что-то нести. Поэтому... Ну, не столько же много. А сколько много? Для меня это как бы немного, это как... Я же последний день отдаю, правильно? Я на что говорила, сухая ложка рот берет, поэтому... Благодарю. Так, вот здесь нам будет сейчас проще сделать. Можешь подойти. Вот видишь, позвонки, вот эти вот, они как вот так вот развернуты все. Очень жестко. Они вообще каменные. Наша цель теперь... Вот сюда пальчик поставить, на который позвонок выпирает. И вот сюда вот. И надавить просто. Держишь их? Mm-hmm. Потерпите, хорошо? Mm-hmm. Хорошо. Напряжение ушло. А когда позвонки не такие жесткие, они сразу выставляются от этого удара. Сейчас можем, да, напряжение убирать этим образом. Я чем провел, как нормально. Вот я направил еще 4 раза, 4 сердца. Ну, правило, это ж хорошая вещь очень. Она, конечно, позвонки не ставит, но оно растягивает. Конечно. Терпимо? Да. Вот этот способ мы используем, когда уже у человека сильные большие проблемы. Это здесь просто показательный момент общий. Когда там, ну, с хождением проблема. То есть обычным ударом мы не можем это выставлять, потому что мы выставим, но... нервы и жилки, они не расслабятся. А когда мы два позвонка ставим, и сразу они выставляются, потом это будет видно, как они прям под руками выворачиваются. Вот это вот уже поинтереснее все. Так. Вот здесь они просто вот вместе в один срослись, мы куда мы их раздвинем? Только вот болгарка, если тут... Терпимо? Да. Вдох-выдох. Это то, что мы говорили по поводу смены мышечной памяти. То есть мы тут наделали, что могли, и чтобы это потом закрепить. Раньше в старину перевязывали простынью. Вдох и выдох. Не все могут люди так терпеть, тоже надо понимать, каждому должен быть свой удар. Терпимо? Правда? Да. Дальше я добраться не могу, поэтому мы его будем уже сидя. Марина, только с этим сделай, пожалуйста, не сотворимый, а который там это, другой.
То есть мышцы расслабить, это самое простое, это и массажисты могут сделать. Но когда мы позвонок выставляем, мы это знаем, мышцы сразу начинают быть свободные, без напряжения. Вот как раз это мы и учим. Правильно? Да, мне очень нравится, как получилось. Я не говорю конкретно это сейчас, а вот с первого раза. Ну хорошо, я говорю, тяга появилась такая, что как бы это. Люди вот приходят, не всегда так бывает. Вообще спины печальные, им делаешь, а ему потом приходит, спина вообще другая. То есть я даже не до конца знаю, как это работает. Потому что вот эти все пережатости, перегруженности, массажем бы никогда это не убрать. Тут вообще было все. Как знаете, вы видели там мультики, вот такой здоровый богатырь, у него все в мышцах, вот так вот все. Вот наподобие было здесь то же самое. Все вот так вот. Мышцы. Правильно я думаю? Да. А еще вы поправляете, говорите, да, нет? Нет, правильно. Закапываем землю, зачем себе? А вы не знаете? Смотрите, мы должны понимать, сейчас я с маслом буду и расскажу. Руки, может, так или под голову. Когда у нас есть контакт с людьми, некоторые люди нам дарят радость, легкость, а некоторые эту энергию забирают. Хоть я много лет это делаю, броня есть, но все равно она не имеет 100% этих моментов. И можно разными путями эту энергию в себя скидывать. Той же холодной водой, практиками. Когда закапывали под землю, я просто спал плохо после до этого. Много перегрузов, именно вот внутри, которые не чувствуешь, на ментальном уровне. И от этого там идет своего рода стресс, и потом идет расслабление. Вот это вот для этого и делалось. Причем вот это вот, как бы не казалось странным, там же не глубоко закапывается. А с парашютом прыгать, с этим, с веревкой прыгать, по углям ходить, все эти вещи там не так страшны, как это. Понимаете? Почему-то мне вот так вот. Ну, здесь еще видишь, как эффект, когда в рог ложат, и обман зрения подводит человека к могиле. Угу. Вот именно она так двухметровая отсюда. Да, да, я про это слышал. Да. И, в общем, как. А рядом могилка такая небольшая ямка. Вот. И ложат его в гроб, и как бы под впечатлением, что на нем слой будет земли, угу, 1.5-2 метра. Да, да, да. А опускает его совсем другую яму. Ну, это, конечно, жесть, это можно. Ну, может крыша поехать. Смотрите, но у нас проблема в чем? У нас практиков таких мало, угу, потому что для многих это вообще дикость. Когда мы были, у нас было там, я был не один, угу, по-моему, было 6 человек в этом группе. Все потом испугались. А мне одного закапывали. Вот. Хотя цель была у людей это. Я говорю, я первый пойду без проблем. Сам себе копаешь, и тебя закапывают. Я человек, мне тоже страшно. Я многих вещей могу бояться. Но я понимаю, что через свой страх, когда мы переступаем и действуем, делаем дальше, идем, тогда у нас наша ступенька выше поднимается. Да. Марина, спасибо. Ну, а этот мухомор не пробовал? Пробовал. Там еще было это, знаете, как же он называется? В нос курить, это индийская штука. Она очищает там все эти моменты. Я не сильно в этом как бы разбираюсь, потому что у меня там направление православное, это уже чуть-чуть мы отдалились, чтобы скидывать эти напряжения. Я не особо в этих, как знаю, в терминах, я только знаю, что некоторые вещи можно решать разными способами. Руки под лобик ложите, пожалуйста. Это видео закапыванием, оно не самое свежее. Сейчас планируется в июне это повторить. Если не будет, меня то все. Ну я же тоже не вечный, мои силы тоже на исходе. Я безумно люблю свою работу, безумно, но очень много на это уходит именно энергии. Энергии много уходит, я вижу.
петь. Это своего рода, знаете, фанатизм. Везде есть свои плюсы и минусы, всегда мы что-то на что-то меняем. Вот ребята задают вопрос, кто учится по поводу, вот как там этих, чтобы пациенты были. Пациенты они будут, надо только понимать, что они много будет уходить на это силы энергии. Вот. Поначалу мы хотим пациентам, когда их очень много, потом очень тяжко это. Правильно? Вы знаете на все эти вопросы ответы. Ну, здесь вариантов нет, видишь как. Но сподвижников, ну, короче, как, надо готовить замену, смену себе, да? Или же как? Ну, люди же жалуются, что нету кому там идти на оздоровление в России. Поэтому ребят учим. Но, как понимаете, я должен учить, потому что есть некоторые правила, как во Вселенной моменты. Но мне это не нужно, мне всего и денег хватает всего. Поэтому то, что мы цены подняли... Для того, чтобы отсеять. Отсеять, чтобы вообще как бы не это. Я не могу сказать, что вот не учу, потому что есть правила, которые я не могу нарушать. И поэтому ставится цена вообще там заоблачная, мне это не нужно. Вот. Но я не могу отказывать, потому что есть, я говорю, вещи, которые... Тут нарушишь, не будешь брать, потом будут проблемы большие с энергией. Да, тебе же открыли, поэтому тебе надо, хоть плачь, но все равно надо делать. Вот. Если он даже поставит, допустим, по 100 тысяч за обучение, но будет целая группа набираться большие, но мне нет в этом интереса. Вы спать ходите? Нет. А. Просто у меня один мой есть. А. Ну, если занимаешь, я разбожу. Успокаиваю. На бок ко мне лицом ложитесь, пожалуйста. Руку под голову. Вдох и выдох. Хруста нет, мы хруст не ищем. А на другой бок. Если мы будем искать хруст, мы все выломаем. Вдох и выдох легче. Еще, еще, еще. Расслабьте, расслабьте. На спинку. У меня еще, как бы я предчувствую, когда это будет, когда делать. Вот поэтому плохо. Не могу никак расслабиться. У вас и так расслабление шикарное. Потом вот вы же смотрели, наверное, последнее видео. Телеграм-канал появился закрытый. Многие подняли тоже бунт, там ценник бешеный, все такое. Да, ценник бешеный. Но у нас же видео есть в этих, а на Ютубе их полно. Это будет показано не так правка, как вообще другие вещи в жизни. Ну, тебе знаешь как, тебе не надо на это дело вообще обращать внимание. Все, ты делаешь свое дело и как бы ты подгол. Поэтому вот сейчас же как, людей-то много. И одному нравится, другому не нравится. Каждому объяснять это без правил. Во-первых, ты как? Ты как бы, ну... Вот себе как неуважение делаешь, когда ты вот, допустим, объясняешь, там вот, ну, как стараешься, ну, я понимаю. Оправдаться. Да. Я, допустим, тебя понимаю. А вот если он тупой сидит, вот смотрит, он тебя не поймет никогда. Никогда. Так поэтому я хочу, чтобы как было отделение, ну, люди, которые думающие. И чем момент? Вот я в бане был раньше, снял видео в бане, пишут комментарии, за наши деньги отдыхает. В бане, там баня 1200 стоит. Ну, так и таких моментов. Поднимаешь цену, все, ты для них получается... Закрываешься от них и все. Короче, баня. Мы такие, да. Это проще простого, и оно будет легче тебе. Я же говорю, оно все равно, как бы там ни было, на тебя это как бы влияет. Кто-то тебе сказал, все равно, как твое внутреннее я уже говорит, что я же не так делаю, как, допустим, вы думаете. И меня удивляет момент, люди пишут, мы там отписываемся, отписываемся, и при этом они пишут дальше комментарии, продолжают. То есть отписка, это вас должно, не должно вообще быть. То есть, ну не нравится, вас же не тот, кто не тянет, ничего не это. Это работа. Но они как раз канал, движение делают на канале. Хейтеры, они же очень... Еще момент, может, скажу. Получается, женщина написала комментарий, вообще там плохой-плохой, я его открываю, а у нее больше 100 комментариев уже прям написано. Я ей пишу ответ, я говорю, благодарю вас за ваше развитие канала. Ни одного комментария не стало.
она понимает, что это даже эти вещи, которые плохие пишут, они делают движение. Я еще раз попробовал, да, хейтеров стало меньше. Вот, ну, люди, почему настолько вот у них есть этот момент, чтобы не было движения? Нам же YouTube не нужен, у нас сарафанное радио, он работал сколько времени? Мы это делаем для других немножко целей. Это, расслабьте чуть-чуть, сейчас это будет нам интересно. Я дергаю чуть-чуть, не сильно, обычно мы дергаем сильно, потому что внутри много вот, вот не до конца идет колено. Если я дернусь сильно, вылетит все. Ну, это ты тот раз дергал сильно, а левый почему-то не этот самый. Они очень похожи. Ну, как? Жесткие позвонки, mm-hmm. и получается жесткий весь организм. А я дергал в прошлый раз потому, как я сейчас понимаю, мышцы еще были перегружены, mm-hmm. и было смещение, которое убирали, и еще оставались спазмы. Если бы я дернул против воли мышц, то у нас бы все тут было ничего интересного. Ну, вылетело, да. Вот. Вот. Все, это все, что можно. Вам лежать удобно или нет? Ну. А давайте пока уберем. А, если что, скажите, положим. Вот так. А на Ютубе, ой, на этом, на Телеграме будет закрыто, показано, как я там готовлю, кошек глажу, там морды им целую. Такое все. Расслабьте. Присаживайтесь на краешек. Ты не должен себя ущемлять ничего. Да, вы правы. Ну, и опять же, люди, даже которые писали хорошие вещи, они не могут этого понять. Вот. Так, глазки закройте. Крутите головой, угу. как хочется. Сейчас нормально, а то было вот эти мышцы, особенно правая. У меня вообще правая сторона проблема. Но эти спазмы могут потом возвращаться. Как их за это задержать? Вот это, допустим, если я на правило хожу, оно же вытягивает, я же там из-за головы у меня... Ну да, оно вытягивает мышцы, но вы же не будете уже всю жизнь на них. Ну, неделю раз я могу себе позволить, 1000 рублей. Ага, да, если вы сможете, пусть я просто не знаю, как сауна, на самом деле, совместимо с веником, если будет это вот тоже раз в неделю, это будет все шикарно. Раз в неделю, в четверг я делаю. Потому что, смотрите, вы же на массажах были в жизни, вы же видели, сколько эти спазмы, ну, возвращаются. Здесь у нас прошло 2 месяца, а мышцы другие совсем, ну, понимаете, из-за позвонков. Поэтому там чуть-чуть осталось поддерживать, и будете жить долго и счастливо. Так, вставайте, не прыгайте. Встаю, и баночками идите вперед. Ко мне лицом. До пола тянитесь руками. До одной лапки. Ага, да-да-да-да. Резко. Что там, это как бы, ну, это видно страх еще. У меня как бы вот эти болевые ощущения, оно как бы, ну, рубит мозг, и мозг сопротивление не дает. Ага. Хотя это само... Ну, это тоже ментальные моменты. Ага. 10 раз приседаний, а потом им проверять. Не торопитесь. Слушайте колени и крестец. Какой возраст? 68. Да, это вообще фантастика. Ну, 50 лет это вот, ну, вы, наверное, все согласны. 50 лет, наверное, 50-52. Да. Божий человек, он духовность у него, это же тоже не просто мышцы у него хорошие, он духовно все делает. Мясо кушаете? Иногда. В основном рыбу, овощи, каши. Ну, разные частоты у человека, да. Тоже, когда вегетарианцы, там есть свои плюсы, свои минусы. У вегетарианцев они более добрые. А мы, когда мясо едим, мы более хотим вот нападать. Не на вас. Проверяйте теперь, крутитесь, вертитесь. Ну, нормально сейчас все. Все как бы. Так что банька. Там просто, видите, какая-то есть на человеке пленочка и какая-то сауна недопустима. Я вот этот момент. Ну, у меня как? У меня небольшая она.
сделана эта, ну, печка, все. Ага. Я растапливаю до 80-85, я больше не держу. Вот. А потом как бы сажу греть сначала. Я сел, погорелся раз, вышел, как бы это, смыл все, отдыхаю. Что я пью там, ну, полынь, там еще что-то там. А, карлосины, вот это дело я употребил, все. Потом снова. На третий раз я захожу, даю уже по одну, отдаю этому uh-huh. пара, и он такой, он как бы, ну, невидимый пара такой-то. И тогда начинаю веником себе хлестать. Ну, забиваю себя так, что оно вот, чем больше бьешь, тем больше чешется и больше хочется бить себя. Ну, кто бы, если он тогда бы еще это сделал, было бы хорошо. Еще же бывает два веника видеть, да. Такие побольше. Рука обжигает, когда веник держишь, пьешь, рука прям обжигает. Uh-huh. А в рукавице неудобно, так не хлестанешь себя. Когда веником. Вот так. Присаживайтесь. Ага. Очень нам приятно было с вами общаться. Вообще ваша энергия, ваш дух очень приятен. Потому что энергия, она чувствуется в первую очередь у человека, когда попадает человек, когда контакт. Очень моменты хорошие. Но когда бывает и нехорошее, мы тоже про это людям говорим. Ну, а это что? Обязательно. Оно же как должно быть травматрафия. Плюс и минус. Бывает такое понятие, как нет контакта с пациентом. Может. Там другие энергии вообще идут. Вот, поэтому дай Бог здоровья, можно одеваться. Слава Богу. Во благо.